Какой подарок выбрать для подруги на день рождения в США? И сколько это будет стоить? Сейчас расскажу, усаживайтесь поудобнее и погнали! Всем привет! Сегодня у нас будет формат влога, и коротко расскажу. У нас сложилась такая традиция с девчонками собираться на день рождения, скидываться и покупать несколько очень классных подарков. Кстати, на мой день рождения летом они мне подарили небольшой сюрприз-вечеринку в парке, сумочку Michael Kors и духи Versace. Ну а перед тем, как отправиться за подарком, у нас назначен на утро прием в ВИК. На каждой еженедельной закупке я показываю те продукты, которые я могу брать по ВИК. Это такая программа специальная. И раз в 3-6 месяцев нам нужно как бы обновлять этот пакет продуктов. Из-за карантина офис у них не работал. Сейчас они сняли все ограничения, и поэтому это будет наш первый персональный прием. Интересно, что нас ждет. Ребят, ну конечно же мы опаздываем. Ну, в принципе, вход выглядит не как у клиники. Посмотрим. Thank you. О, смотри, тут стульчики. Хочешь садись на стульчик, Алиса? Сесть! Вот тут. Скажи, класс. Джимми делает, он занимается. И он снимает? Да, и снимает. О, молодец. А куда он выкладывает? На Инстаграм. И Фейсбук тоже. Просто. Да. Я просто Ютуб начала вести, это интересно. Интересно. Это гемоглобин прям, да, показывает? Гемоглобин. Вау. Так я не знала, что так может. Интересно. Но оно в норме. Должно быть выше 12. Ага. Ну хорошо. Что это? Короче, приехала я за подругой, и сейчас расскажу очень интересный факт об этом месте. Итак, на этой территории стоит вот этот дом, вот этот желтенький. И я так понимаю, он либо продал свою землю, либо, я не знаю, либо он сам построил, хотя я сомневаюсь, вот таких 4 дома. И наши друзья приехали из соседнего штата, и они сняли этот дом в Airbnb. Так что интересно, если они реально вот так сдают или продают эти дома, это офигеть какой доход, ребята. Сейчас я вам покажу домик. И это Airbnb, прям со входа. Вот такая кухня. Очень красиво, так все уютненько сделано. И вот такое патио. И это, кстати, пристройка к основному дому. Мы точно не знаем, живут ли хозяева по соседству, но интересно. Мне даже разрешили показать комнату. Вау! Девчонки спят. Я не буду сильно громко. Небольшая комнатка, на самом деле, для Airbnb. Я еще потом узнаю цену. Но классно. В общем, подруга рассказала, что за 6 ночей в этом доме они заплатили $880, и это со всеми фи, таксами и так далее. На самом деле, мне нравится такой американский стиль, минимализм, все дела. Ну, я называю это минимализм. Мне очень понравился вот этот столик. Такой красивый, нежный, 2 пуфика и камин. Газовый камин, я так думаю. И он прям греет тепло. Еще подруга сказала, что прям здесь, типа, гараж и ландри. Во, гараж и ландри. Самая первая остановка, мы приехали во Фред Майер выбирать ювелирные украшения. На самом деле мне не сильно нравится именно этот Фред Майер, но в Портленде, чтобы не платить таксы, мы приезжаем именно сюда. Этот Фред Майер мне не сильно нравится, потому что здесь очень много странных людей. Сейчас, слава богу, на выходе нет никого. Алиса за любой кипиш просто, ей лишь бы была тусовка. В тележке она не захотела сидеть, а вот с девчонками сейчас будет бегать. Итак, вот так выглядит ювелирный отдел. Всегда здесь есть какие-то скидки. Да, ей нравится желтое золото. Можно и белое посмотреть, бриллианты, сережки вон там красивые, но да, 2500 стоят. Вон те. Красивые. Это что-то типа Пандоры, до сих пор, видимо, собирают. Опа, что-то типа Пандоры. Я не знаю, я не видела у нее жемчуг, но это красиво, и такое мы еще не дарили. Как вариант, можно рассмотреть. Самое интересное, что цены разные. Есть, ну хотя нет, это серебро. Это серебро, есть цены, вот реально смотришь на украшение, оно вроде красивое, а цена недорогая. 100, 159 там и так далее. В общем, этим мне и нравится Фред Майер.
На самом деле во Фредмайере очень классно, можно сразу на украшение купить страховку, и каждый год ты можешь бесплатно проходить проверку твоего украшения, если оно с бриллиантами, и чистку можно делать также бесплатно. Но чистку можно делать круглогодично. И те, и те. А вот эти, вот эти, эти и эти. Ну все, подарок выбран, едем на следующую локацию. Дали вот такую сумку, и обычно дают вот такой пакетик. Красивый, с вот такой подарочной штукой, короче, чтобы заранее не было видно, что там. Прямо здесь во Фредмайере, во многих Фредмайерах есть Starbucks. У них каждый раз есть что-то новенькое, какое-то нитро, всякие рефрешерс. Холодные напитки, пистачио. Кстати, мне сказали, что это сезонный сироп здесь. Почему-то именно зимний. И очень популярно, конечно же, вот эти всякие кружки Starbucks. Раньше я пыталась собирать звездочки в их приложении, но они убрали эту штуку. Короче, там можно было набрать там 500 звезд, кажется, и взять кружку бесплатно. Но сейчас уже так нельзя. Ну, мы приехали на вторую локацию, это что-то типа плазы. Здесь очень-очень много магазинов разных. Мы приехали в Nordstrom Rack. Это что-то типа стока, ну, не стока, а аутлета. Короче, есть Nordstrom. Здесь многие бренды продаются, и это Nordstrom Rack. И мы будем выбирать сумочку. Я уже вижу варианты. Вот Марк Джейкобс. Марк Джейкобс, вот ей похожая. Но вот это, наверное, большая будет. Вот это не совсем ее стиль. Красивые, мне нравятся. Вот этот Марк Джейкобс хорошая. Но может ей... Но они мне дарили, ну вы мне дарили еще меньше. А, да? Да, она ниже была. Через плечо? Да. Но вот такого формата. Вот это похоже на кожу. Я не знаю, что это за бренд. Ты не знаешь? Я вообще не знаю, что это. Это какой-то, да. В общем, очень много Марк Джейкобсов. Сюда чисто телефон поместится. Ничего больше. Вот еще Марк Джейкобс. Это что? А, нет, это, я думаю, Балман, я думаю, ну это вряд ли такое здесь, ну, будет так без ремеш. Ну, она хорошая, да, я имею в виду, я просто думала, другой бренд, тот бренд еще дороже. В общем, вот так висят всякие разные бренды, и они типа некоторые ноунеймы, некоторые известные. Но здесь, наверное, ноунеймы, я не вижу, чтобы здесь какие-то были обозначения. А вот самая дорогая витрина, сейчас покажу, оно, естественно, все закрытое. То вот это вот все. И вот с этой стороны в прошлый раз были Versace. А, нет, Валентина. Вот ремень Валентина. Часы Versace. Вот такая сумка Валентина. Кстати, цена. Цену не видно. Спрятали цену. И вот вам и шлепки. В общем, шарфик классный. Gucci. Ну и сумки, которые под защитой, вот они вот так прикреплены, чтобы никто не украл, и вот здесь тоже под защитой. Она недорогая, да, она, ну да, я имею в виду, я просто удивилась, 350 баксов, ну вот это черно-белая, тоже Валентина, воу, не под защитой, ну она под защитой, но не за стеклом. А? Но у меня не Марк Джейкобс, у меня Майкл Корс. 300 баксов. Валентина. Ну, в общем, я за вот эту голосую. Вот это классная сумка. Сумки Кельвин Кляйн. Вот здесь, на самом деле, я доверяю этому магазину, потому что если рассматривать Marshalls, Ross, то там чаще всего, особенно в Россе, фейки продают за 100 баксов. С очень хорошей скидкой, 50% скидка. Кельвин Кляйн, но она достаточно большая. Но это просто я вам показываю, мы такую не рассматриваем на подарок. Мы сейчас нашли Майкл Корс. Вот такая, да? У меня нет. Нет? Нет, нет. Но мне вот такая нравится, ей можно, да, но это маленькая. Такая же, вот, такая же, как а, окей, смотрела. Окей, да. Вот это прикольно. Да, это маленькая, она как барашек, но тоже Майкл Корс. Мне реально больше нравится в этом магазине, ну, это классно, качество.
Вот они, поясные сумки, но они очень большие, не очень красивые. В общем, голосуем. Здесь же есть всякие детские, но я не могу сказать, что здесь детское выгодно покупать. Я пока что Алисе ничего здесь не брала. Но именно если что-то брендовое брать, здесь, конечно, да, лучше брать. И здесь выгодно именно в этом плане. А что в итоге мы выбрали, смотрите до конца, и я вам покажу. Я недавно искала бигуди, и здесь вот такой набор. Кстати, это, наверное, просто для мейкапа. Единственный экземпляр, короче, вот такая большая бигудя. Но сейчас многие рекомендуют именно такой способ. Кстати, здесь есть всякие разные, короче, косметика. Тоже, опять же, на сейле все. Можно найти. Вот Анастасия Беверли Хиллз, кстати, недавно видела в рекомендациях. Только я не помню, что у меня было в рекомендациях. В общем, ну здесь, конечно же, выбор ограничен. Но как вариант можно взять на сейле. Цены нет. А, нет, цена не на сейле. Под одним видео мне оставили комментарий насчет косметики, типа уходовой косметики, декоративной. И очень интересно, что после этого у меня почти вся подборка везде связана с косметикой. И очень много классных рекомендаций, и я теперь задумалась, возможно, мне придется много что обновлять. Ну и мы зашли в Ulta Beauty. Она прям здесь, на этом же, на этой же плазе. И интересно посмотреть, что тут есть. Потому что обычно я так здесь не проходила. Вижу Estée Lauder, тоже мне недавно попадалась подборка именно с вот такими, ну вот именно с тональными основами. Вау, ну все, положи обратно. И я, кстати, еще хотела найти, фирма называется Kika Milano. Я смотрела онлайн, и я видела, что она как бы здесь есть. Но я вижу Lancome, какие-то другие, это просто отдел, Ulta Beauty, MAC и так далее. В общем, пройдусь так по рядам, посмотрю. Это сеттинг спрей, да? А он с блестяшками или что? Почему он такой? Ну, упаковка, знаешь, такая, типа? Ну, да, да. Ну, как будто закончился. Итак, очень быстро делаем обзор, пока Алиса с подругой. Я хочу найти все-таки Kika Milano, но я не уверена, вот всякие Lancome. Кстати, мы также на день рождения покупали духи. Мне девчонки подарили вот такие Versace в прошлый раз. И здесь каждый раз есть что-то новенькое. У нас одна подруга вообще разбирается, знает все новинки. И мы как-то покупали Coach. Вот такие какие-то вышли новые Coach. Не знаю, либо вот этот, но может вот этот. Но я могу ошибаться. Самое интересное, что многое из того, что мне попадалось в подборке, это все корейская уходовая косметика. И вот я, конечно, бы хотела попробовать заказать себе что-то онлайн, потому что вот так здесь в наличии этого нет. Ребята, а я прошу, поддержите мой канал, поставьте жирный лайк. Вам не сложно, мне приятно. Вот есть разные от Bobbi Brown. Но мне нравится, здесь есть тестеры. Можно хотя бы посмотреть, кто что будет стоить, ну и попробовать заранее. Почему я не вижу цены? И здесь нет цены вообще ни на чем. Только вот так есть, допустим, за помаду. Это просто крем увлажняющий для лица. Это SPF, наверное, с тонером сразу SPF. Но опять же, видите, не на все есть цена. Очень странно. Да, я не вижу цены. Косметика от Рианы. Алиса нашла себе помаду. Нет, нет, закрывай, закрывай. Я искала Kika Milano, но я не нашла. Я смотрела онлайн, и типа было написано, что здесь как бы есть. Я думаю, было бы сразу видно. Может быть, онлайн можно заказать. В общем, большой ассортимент клиник и так далее, но многое надо заказывать именно онлайн. Ну а мы зашли по соседству в Marshalls, здесь еще выгоднее брать косметику, но, понятное дело, здесь не такие бренды, как в Nordstrom Rack. Есть всякие для тела, но честно, вот за 3 года в США я понимаю, что все, что яркое, оно явно будет давать какие-то высыпания. И вот здесь очень выгодно брать вот так мицеллярку, она, видите, сразу с пампом. И цена 7 баксов. Если помните, я показывала в Костко, ой, да, в Костко, похожую, ну, может, не такой бренд, но
$17, кажется, стоило. В общем, здесь обычно очень много разных. Есть и бренды. Я видела такой бренд, но видела немножко другой. Там лечебный крем я видела, Shiseido. Клиник тоже есть. В общем, много разных. Это надо долго стоять и выбирать. Кстати, такой я, кажется, видела тоже в какой-то подборке. В общем, выбор здесь очень большой. Есть всякие умывалки от Клиник. И такие, и сякие, и вот такие. В общем, я нашла это какой-то то ли... от Сентелла. Это, говорят, очень классная вещь. Это тонер. Титри комплекс, Bright Green. И попробую прочитать что-то. А, это успокаивающий тонер и стоит $6. Прикольно, я еще так не видела, чтобы здесь так духи стояли. Но тут всякие разные. Те, которые в упаковках, они сразу там под защитой, под стеклом стоят. А здесь всякие разные. Я думаю, это больше не духи, а туалетная вода. Вот такой бренд я видела, одежду такого бренда. Ну, всякие вот такие тоже. В общем, и цены, кстати. Давайте посмотрим. $15. Ну да, просто туалетная вода. Но мне нравится так вот приходить... И можно что-то купить, попробовать, что-то выгодно. Но вот такое я вижу редко. Я нашла ирригатор, такой ручной ирригатор. $20 стоит. Еще нашла стерилизатор. Ау. Я нашла еще зубную пасту. На самом деле, мы в России раньше брали индийскую пасту, очень классную, на травах. Я не знаю, но это, наверное, какие-то limited edition, так скажем, потому что такое я раньше не видела. Еще один ирригатор, тот он больше ручной, а это такой стационарный ирригатор, тоже очень классная вещь. И всякие здесь помады разные, но это все больше no name, конечно же. Если хочется какие-то бренды, то это, естественно, надо идти в фирменные магазины или Ulta Beauty, Sephora и так далее. Дошли до отдела с сумками и хотела как раз вам показать, какие здесь, вот если сравнивать Nordstrom Rack, который здесь по соседству, и здешние сумки. Допустим, вот он Michael Kors. Вот он Michael Kors. $160, вот такой белый там. Но мне качество здесь вообще не нравится. Там намного лучше качество. И вот такие всякие Tommy Hilfiger или Hilfiger. Постоянно забываю. Вот DKNY. $50 DKNY. Если это кожа. Вау. Ну, похоже на кожу. Но я могу ошибаться. Вот DKNY. Интересно, почему там не было. А здесь есть. Но это большая модель. Выглядит классно. Ну вот что там можно найти, но вот так, чтобы ты пошел и прям все 100% здесь было классно, то это вряд ли. И вот он всякий этот Calvin Klein. Мне попадалось видео, что вот для таких магазинов производят именно сразу на заводе. То есть это не просто сток, а просто на заводе производят низкокачественные продукты и просто сюда по низкой цене сливают все. Ну и увидимся с вами на распаковке подарков. Конечно, хотелось бы, чтобы все выглядело инстаграмно, но, к сожалению, руки полные всего. Тук-тук! С днем рождения! С днем рождения! Ну что, как вам такие подарки на день рождения? Обязательно пишите в комментарии. И спасибо, что сегодня были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующем видео.